Еще одна петиция в Казахстане набрала 50 тысяч подписей. Теперь коллективное обращение казахстанцев о запрете пропаганды ЛГБТ должны будут рассмотреть в Министерстве культуры и информации. В ведомстве уже приняли документ в работу. Напомню, петиция против открытой и скрытой пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации была опубликована на госпортале ePetition в конце мая. Инициатором обращения стала руководитель Казахстанского союза родителей Багила Балтабаева. Заявила она всерьез обеспокоена тем, что юным казахстанцам открыто навязывают однополую любовь. Во многих странах за распространение и пропаганду так называемых ЛГБТ-ценностей предусмотрено наказание. Подобные меры общественница просит принять и в Казахстане. Thank you.